Доброго вечера, дорогие мои. Хорошего вам настроения. Ну вот сегодня вот вечерний ролик. Я думаю, у вас будет как разговор с аксакалом, можно сказать. И опять же, отвечаю на ваши комментарии. Во-первых, спасибо за ваши комментарии. Во-вторых, вы попросили, чтобы я о чем-то другом рассказывал. Ну, о советское время я буду рассказывать еще долго, который, может быть, даже молодежь не знает, потому что, когда Союз развалился, это прошло уже 30 с лишним лет назад, большинству было всего, может быть, 10 лет, они не помнят уже, вот, 7-8 лет даже, им уже почти за 40, под 50, понимаете? А мы все новый мир строим, понимаете? Одна разрушив до основания, построим новый мир. Это у нас как из песни, но ничего мы пока не построили особо такого. Вот, как бы кто бы, как бы то ни говорил. Ну, теперь вот по поводу Турции, да, опять вот вы, у вас споры пошли между вами. Я хочу сразу сказать, что, ребята, я ругать власть не собираюсь. Потому что Турции тоже, да, как и в других странах тоже, да, главенствует закон. Если бы не было бы законов здесь, да, таких вот, большинство, которые защищают, да, права граждан, да, я думаю, друг друга, наверное, схавали большинство. Особенно вот сейчас в связи с последним событием, вот, квартиры дорогие, да, вот, аренда, да, а 60% населения почти в аренде живет. Вот. Почти, ну, будем, грубо возьмем, половина населения в аренде живет. Если бы не закон, вот который бы сейчас... Ну, закон, видите, как сейчас сделали? Сделали инфляция, годовая инфляция, 65%, да, 65 чем-то инфляционная. На хозяева все равно бодаются с этим, хотят 200-300%. И в это время на помощь приходит государство. Государство приходит на помощь. Суды завалены делами. Я честно вам скажу, откровенно. Я прожив здесь 10 лет, я понял, что вот вы в одном месте, один комментарий я прочитал, вы сказали, что у вас муж турок, вы живете здесь. И он за последние 2 года, увидев то, что сейчас происходит здесь, да, среди людей, хочет стать атеистом. Я уже давно как атеист, если так разобраться. Я по законам Божьим живу. Законам Всевышнего. Я никого не обижаю, ничего это. Но я хочу сказать, что я не фанатик. Но то, что здесь оказывается в основном символически, большинство, да, я это понял. Деньги, что впереди деньги идут, понимаете? Здесь деньги, 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 деньги. Днем и ночью. Пора, 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 днем и ночью. Я даже сказал один раз. У вас, я говорю, не мусульманство, наверное, паралманство. Вот государство приходит на помощь. Хотя, извините, те, которые в прошлом году платили вот, за аренду, да, вот, 8 тысяч, в этом году платят 13, да, ну, давно живут. Но для новых, конечно, 15 тысяч, если которые... Нет, они хотят как за новых взять. На законы плевать хотели, понимаете? Как будто за новых. Вот. И ставят 200-300%. Вы же тоже написали. В Стамбуле, говорят, вообще беспредел. И это своим гражданам. Понимаете? Своим же соотечественникам. Понимаете? И вот тут приходит на помощь закон. Посредники. Государство назначает посредников. Есть специальные конторы, куда человек может подать жалобу. Вот. Иначе бы сожрали бы друг друга. Вот если бы, например, допустим, как у нас, например, квартира хозяин, короче, хозяин, да, себя чувствует, да, вот, приходит любое время, здесь бы, наверное, большинство же выкинули бы на улицу, и здесь бы резня была бы это. Здесь государство строго ограничивает отношения между хозяином и квартиросъемщиком. Хозяин квартиры не имеет права даже домой к нему приходить, беспокоить его или ее, или их, понимаете? Вот.
оплата только через банковский счет. Вот. Каждый год пролонгируется договор. Вот у меня спрашивают, как там с арендой. 5 лет человек даже по закону может жить спокойно по той же арендной плате, если на то пошло. Но все равно государство делает так, чтобы хотя бы не было какого-то кипиша. Вот в этом году 67% сделали. Но им мало этого. Они хотят 300%. Хотя знают, что этот человек нигде не найдет эти 300%, понимаете? Все равно. Вот тупо. Я сегодня разговаривал с турецким друзьям, большинство из них очень умные люди. Здесь умных людей, мудрых людей тоже много. Они говорят, мы, говорят, сами думаем. Вот сами говорят. Я говорю, у меня подписчики говорят, атеистов. Да мы уже сами, наверное, почти атеистами становимся, когда, говорят, вот это видим. Истинное лицо, говорят, мы видим. Оказывается, мы вот такие, оказывается, говорит. Вот. Деньги, оказывается, нам надо показать, говорит. Вот. Я говорю, вот так вот. Хорошо, что, говорит, государство еще и защищает. Понимаете? Но тем не менее, здесь тоже большинство плевать хотели, можно сказать, на закон даже. Хотят обходить. Хотят такими, такими методами, такими, такими, понимаете? Вот. Законопослушных не так уже много. Вот законобоязных, да, закона боятся. Они знают, что будет. Вот. Они знают, что будет, если попадутся, все. Вот я вам же рассказывал, вот эта бойня, которая троих сразу замочит из пистолета, это куда годится? Вот. Так что... Вопросов много мне задают. Мне задают по водительским правам, сколько учиться. По водительским правам, ребята, учиться я вот недавно одной девушке историю прочитал в интернете, как она в Турции сдала это в прошлом году. У нее ушло на все, короче, почти документами совсем на 6 месяцев, говорит, ушло у меня. В прошлом году она это. 3,5 месяца, говорит, училась. Вот. Сдавать, говорит, здесь очень трудно, говорит. Здесь очень трудно, говорит, сдавать. Надо, чтобы баллы набрать, 70 баллов надо, 35 вопросов надо ответить из 50. Из 50 вопросов 35. Вот. Ну и вождение. Вождение надо сдавать. Вот. Потом налоги. Вот она в прошлом году она получила Б-категорию. Вот. У нее ушло около 18 тысяч со всеми сборами, пошлинами, там, поездкой туда-сюда, пока на курсы. А в этом году они еще дороже. Поэтому, если у вас есть права уже свои, на своей родине, лучше всего здесь их менять, чем здесь учиться. Здесь учиться очень трудно. И денежно, понимаете? А скоро еще будет. Зам, зам, зам. Постоянно приходит зам. Здесь уже я вот этому слову привык. Вот даже местные даже боятся этого слова «зам». Вот замгельды, 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 замгельды. Да сколько можно, это когда-нибудь закончится, это замгельды. Вот Андрей, вы правильно пишете, это когда конец-то придет? Да дно же должно быть какое-то. Я пока не вижу, замгельды, замгельды, замгельды. Вот. Так что, не знаю, ребята, но закон защищает людей пока что. Пока что. Но люди как будто с цепи сорвались. Заради денег готовы друг друга сажать некоторые даже. Понимаете? Вот. Вот такие вот дела. Я, честно говоря, я туркмен. Я туркмен. Мы все тюрки считаемся. Но у нас, я не знаю, в Узбекистане тоже, допустим, да, в Казахстане. Мы же все туркоязычные. Казахстан, Киргизия, Азербайджан. Но я не думаю, что я со всеми знаком. Я во всех республиках был. Казахами, азербайджанцами, киргизами. Со всеми вот это, да? Ну, вот такого вот, что вот так вот. Любить так деньги. Здесь, оказывается, это особенно. Вот я должен сказать вам правду. Это любовь к деньгам здесь особенная. Особенная. Так что я стараюсь быть вам всегда откровенным, как есть. Вот. Квартиры покупать здесь, я думаю, что не стоит абсолютно. Арендовать, в НЖ не дадут.
Лучше приезжать, отдохнуть, уехать. Приезжал, отдохнул, уехал. Ну, кому-то может так и нравится, кто-то может быть как-то его среда. Вот. Но я-то прожил, вот, Анталии прожил 8 лет, здесь 2 года живу. Я вот, у меня можно сказать, что я могу вот как-то соизмерять вот это. Люди одинаковые. Хотя у меня здесь соседи отличные. Отличные соседи. Дай Бог здоровья. Вот. Но я вижу по другим этим тоже. Есть такое, что не дай Боже. Не дай Боже. Вот. Вот как это вот троих замочить. Да не дай Бог. Это вот недалеко от меня улица. От меня где-то метров 150. Соседняя улица. Вот так. Тут чуть что... Ружье, пистолеты, ножи. Вы правильно написали. Опасно, опасно. Это дело опасно. Опасно. Крыша, когда поехала, все уже. Может быть, даже я иногда думаю, что в наших постсоветских республиках может ограничено вот это оборот оружия огнестрельного. Может, это даже к лучшему. У нас большинство решается вопрос кулаками. Здесь кулаками никто не хочет решать. Здесь только стрелять нафиг. Понимаете? Хотя знают, что тюрьмы здесь очень такие. За убийство тем более. А страшные тюрьмы даже есть. Но, видите как. Башка, когда это, уже все. Насчет учебы меня спрашиваете. Вот у меня очень много друзей казахов. Приехали сюда с детьми, учиться приехали. Они все уехали обратно. В Анталию. Все уехали обратно в Казахстан. Они потом сказали, что в Казахстане у нас, говорят, лучше, говорят, образование, чем здесь. Они хотя здесь все прошли, вот это все, вот эти, как его, вот экзамен, вот это, как его, на знание языка, все бросили, уехали. Они поехали, говорят, мы лучше у себя будем учиться, говорят. И все. Вот. Так что вот такие вот дела. А как будет дальше? Вот с таким вот этим контингентом, да? Я не знаю. Я не знаю. Если вот так опять дальше зам, я думаю, что перегрызутся, наверное, с друг другом. Потом уже лучше не попадайся им под горячие руки. Иностранец тем более. А в Испании то же самое, Испания тоже против иностранцев сбунтовались. Гнать всех иностранцев. Везде под руки попадается кто? Иностранец. Хотя иностранец, наоборот, приносит деньги. Вот, понимаете? Мир изменился. Сейчас в это время лучше сидеть дома. Такое время только сидеть дома. Больше никаких. Всех вам благ. Доброй ночи вам.